Придумывали этот конкурс, у нас наконец-то появилась возможность воплотить свою давнишнюю мечту. В нашей группе разработчиков было сделано предложение о том, чтобы придумать новый формат проведения отборочного тура. Мы хотели попробовать то, что всегда делаем с ребятами, с нашими школьниками, пробовать это на взрослых. Ну, первое, что приходит на ум. Мы же что-то делаем с детьми. Мы хотим, чтобы они у нас были компетентными, мы хотим, чтобы они были успешными, мы хотим, чтобы они вступали в коммуникацию, умели сами что-то придумывать. Вопрос, умеем ли мы делать это сами, педагоги. И мы решили это проверить. Поэтому предстоящий отборочный тур будет как раз этому посвящен. День. Групповой тур интеллектуально-творческих игр. Участники познакомятся, поработают в группах, поймут, кто из себя что представляет. Теперь давайте посмотрим на наши визитки. Итак, значит, первая ваша задача. Вы сейчас должны найти вашу группу по номерам, соорганизоваться, и чтобы мы поняли в зале, где находится первая, вторая и так до девятой группы. Зарисовываем схему и потом поехали по одному. Четко фигуру и доходит ли до конца. Да, в принципе, они уголочки тут сильно не зачетка, а вот тут границы, где что. Давайте они могут все, что угодно, показывать свои.
свои кусочки, показывать что-то жестами, рисовать в воздухе руками – это нельзя. Руками нельзя. Я эмоциональный человек, да, меня надо держать. Две вертикальные линии. Все, два. Два. Здесь? Не поняла, я вот... Вы вдвоем. Вдвоем. Два полукруга в левом верхнем углу. А это вверх. Да. Вот вы извините. Стоп, переворачиваем, получается стоп. Коллеги, давайте договариваться. Может быть, сейчас уместно будет каждому себе схему нарисовать. Другие варианты есть? Мы предполагаем, что они оценивают не тот смысл, то, что мы определяем правильность написания, например, того или иного изображения, а в том плане, умели мы сработаться с абсолютно незнакомыми людьми. В общем-то, договориться было несложно. Мы, казалось, выработали очень серьезную, хорошую стратегию, что мы рисуем и все переводим на знаки. Но, к сожалению, стратегия в данном случае не сработала. Ну, у нас в команде нам повезло. У нас два мужчины, и поэтому мы прислушались к мужской логике, и она заработала лучше, чем женская. Выяснили, что женщины путают лево-справа в очередной раз, не совсем разбираются в геометрических фигурах, но потом мы дошли общие слова и сумели договориться, выработать общую стратегию. С кого начнем? Коллегия, с вас? Я четко увидела тех людей, которые были абсолютно пассивными. Рисунок такой, да, вот уже рисунок такой, и это не информативно. Я увидела людей, которые вначале вроде бы, ну, как говорится, вникали, а потом начали выдавать очень интересные идеи, значит, по командам. Ну, так, сама была ситуация, когда они сели и начали знакомиться? Или вот они сели и сразу начали обсуждать? Они сразу начали обсуждать. Сразу обсуждать. И в группе никакого знакомства. Если вы сказали, вы познакомьтесь. Не-не, но это все равно интересно. Есть же группы, которые сами знакомятся. Нет, в моей группе. Тот, кто вызвал инициативу, тот сам мог быть первым. Кто вызвал инициативу, тот и стал капитаном. То есть вот здесь это четко было видно людей, которые могут выдвигать идеи, могут коммуницировать. Давайте поаплодируем. Капитан выручаем, да? А прям сюда выходить всей команде? Команда номер три. Пожалуйста, выходите сюда. Участники на индивидуальном туре проходят два испытания. Это написание тестовых заданий и эссе. Первый индивидуальный тур как раз и будет посвящен, скажем так, диагностике умения читать и понимать письменные тексты. Да, это же умение выбирать информацию из разных источников, разрозненную, то есть нормально. 22, 25, 27, 28. Можно сделать предварительный вывод о том, что часть преподавателей, опять-таки, можно ссылаться на спешку, можно не ссылаться, а недостаточно внимательно прочитывают текст.
Я, может быть, резко выскажусь, но вот при проверке некоторых работ складывается впечатление, что человек, наверное, вообще в последние годы не взял в руки ни одной книжки и не написал ни одного текста. В целом есть очень интересные наблюдения, потому что, например, участники, которые сдали работы первыми, и ну, результаты которых, возможно, ставились бы под сомнение из-за такого быстрого выполнения работы, они получаются значительно выше результатов тех, которые сидели до последнего. Дальше я бы не сказала, что как-то особенно вот стилистика ответов блещут словесники. Нет, ничего подобного. Вот одна из первых работ, сданная, по-моему, физиком, очень такая интересная, яркая, и стиль очень хороший. Это тоже удивляет. Но в большинстве своем все-таки люди, конечно, грамотные, читающие и образованные. Когда мы думали, каким должно быть испытание на индивидуальный тур, мы решили, что это будет эссе. Потому что очень важно для современного учителя, кроме того, что он готовится к урокам, он еще должен понимать, для чего он это делает и чем это закончится. А эссе как раз это предполагает построение системы рассуждений на тему, связанную с их повседневной жизнью и педагогической реальностью. Школа – это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы. 16:05 мы вас ждем здесь, в зале. Можно здесь оставаться. Настроение? Замечательно. Все очень-очень нравится. Маленечко подустали просто, так очень хорошее. Задание очень интересное. Вот. Но все кипит, бурлит и дымится. Вообще, конечно, вынос мозга с утра. Просто, конечно, мы были упавшие, уставшие. Потом занятия в группах, когда мы готовили презентацию. Затем снова без передышки буквально эссе. Мы вообще не знаем, мы просто вообще вышли. И сейчас опять занятие группой, то есть мы опять будем заниматься, будем делать, будем готовить. Это такое напряжение. Я не знаю, мы живем совершенно другой жизнью, которой мы никогда не жили. Но это интересно, это очень интересно. То есть надо это попробовать.
качестве образования, она говорит о качестве знаний. Если ребенок не мыслит, а он тупо выбирает самый неподходящий вариант. Если он сделал, значит, он... Вот это не аргумент. Мне кажется, вот сюда... Нет, там какая система? Болонская? Нет, это метапредметность, это другое. Потому что он не соответствует критериям, не проходит. Уровни и формы. Схема подключения. Упрощенная схема. Борьба. Вот этих групп, которые составляют гимн, кто победит? Это тренировка, чтобы они попробовали сам формат устного рассуждения, как строить аргументы, как определять тему, насколько это будет трудно или легко. Считаем, что очень важно в рамках конкурса не только выполнять какие-то серьезные испытания, но и дать возможность учителю раскрыться творчески. Это можно лучше всего сделать в рамках, вот, например, представления команд, где они смогут раскрыть свой творческий потенциал, сдружиться и показать нам себя с совершенно другой, неожиданной стороны. «Один день из жизни учителя. От рассвета до заката». Верь в силу духа!
скажите: «Вот он я!» И тогда вас все заметят, назовут героем дня. Экспертов, с которой нам предстоит работать, есть люди, которые сами являются авторами заданий, которые будут выполнять участники. И в этом смысле очень интересно посмотреть, какой результат будет получен, да, и что дальше с этим результатом делать. Я думаю, что им предстоит ответственная работа, потому что принять решение, кто же является лучшей тридцаткой учителей в нашем крае, достаточно сложно. И поэтому здесь есть люди, которых я и не знаю, есть люди, с которыми я работаю очень много лет и полностью им доверяю. Проверка идет уже не первый час, время близится, скорее всего, к утру. На самом деле, работа экспертов в данной ситуации по поводу испытания эссе оказалась, пожалуй, самой трудной. Потому что это был тот вариант, когда мы больше всего тревожились, больше всего опасались, больше всего боялись, что поставим в тупик конкурсантов вот такой формы испытания. Действительно оказалось, что это самый сложный вариант тура. И коллеги показали в своих работах все, что могут, все, что умеют, потому что они оказались в ситуации спонтанного высказывания. Им было дано всего 2 часа, и нужно было высказаться по очень серьезной проблеме. Эссе очень разные. Есть те, которые заставляют задуматься, и вот фраза, которую хочется прочитать вам. Я очень долго думала над методикой огранки алмаза. Много училась, читала, экспериментировала. Да простят меня мои алмазы из 4 В. Пока не поняла главное. Не надо заниматься огранкой алмаза. Надо предоставить эту возможность ему самому. Мы знаем, что многие прекрасно дают уроки, прекрасно показывают мастер-классы, но они не смогли в эссе показать вот ту свою яркость, вот ту игру граней бриллианта, ограненного уже алмаза. Пока многие из них, пользуясь метафорой, которая была дана им для эссе, булыжники, алмазы, остались именно алмазы. И их еще надо огранять. Им нужен свой хороший ювелир. Зачастую это сам учитель. И когда он поймет, что ему самому надо делать, и как ему самому надо выстраивать дальше свое профессиональное развитие, вот тогда такие испытания станут успешными.
отлично. А есть дальше люди, которые набрали 48 баллов. Как вас зовут? Тамара. Тамара, вам когда-нибудь везло в жизни? Да, очень часто. Очень часто? Я даже не знаю, может изменить ситуацию? Но вы поняли, что проходной балл 50 баллов. Но человек, который уехал вчера, оказался выше вас по рейтингу. И, к сожалению, мы сейчас созвонились, он не сможет принять участие в следующем туре. Поэтому вы проходите следующий тур. Результатом мне всего одного балла не хватило. Но это тоже результат, это тоже неплохой, я очень довольна. Не все попали, но ничего страшного. Обязательно опыт, обязательно. Годика через два подготовимся и лучше выставим и попадем. Уже звонят, узнают, порадовала. Хорошие новости. Аня, работа с текстом, эссе – это мое, поэтому надеялась, но результат меня порадовал. 81 балл. Очень достойно. Я в шоке. Все замечательно, продолжаем бой. Хотелось и продолжить, и страшно, и, ну и ответственно. Я, конечно, очень рада, но я теперь сильно переживаю, волнуюсь.